Друзья, всем привет! Хотелось бы узнать ваше мнение, что может такое шуршать с задней стороны автомобиля, особенно на малых скоростях, когда ты подъезжаешь к светофору. Звук такой, как будто бы в жигуляторе что-то на кардан прицепилось или там что-то цепляется. Либо это подшипники, ступиц, как будто бы начали сыпаться. Короче говоря, звук такой не совсем приятный. Я сейчас, чтобы вы оценили, отключу экран, то есть сделаю темным и включу звук, аудио, чтобы можно было посмотреть, что же могло случиться с автомобилем. Завтра или на днях подъеду к своему товарищу, снимем, может, впереди что-то звучит, снимем передние колеса, задние колеса. Посмотрим там мост, хотя, по-моему, в Hyundai моста как такового нет. Ну, в общем, проблемка есть. Одно скажу, что подшипники не греются, это уже как бы легче. Но все равно, может, там тормозная колодка, кусочек отвалился. Либо, я не знаю, что это такое. В общем, я думаю, вы послушайте, как специалисты, можете подсказать, что это есть на самом деле. Ну, послушав, я так понимаю, вы подскажете в своих комментариях, что это такое может быть. А в следующем видео посмотрим, действительно, что произошло и сколько мне обошелся этот ремонт. Все, пока-пока.